на моем концерте. Больные ублюдки, вы что, так почти весь зал? Ну круто, круто. Тогда вы знаете, что происходит на песне «Лиза», да? Стой, останови. Давайте посмотрим, знаете или нет, просто вот хочу проверить. А посвятите в зал. Влево, вправо. Влево, вправо. Влево, вправо. Влево, вправо. Пацаны, вы жесткие, не убейте никого. Я вас люблю, пацаны. Спасибо, что вы ходите на мой концерт. Детка слева от меня, я показываю на вас рукой, шума! Стенка справа, шума! А теперь вместе, как животные! Лиза. Я желаю вам удачи, Москва! Я надеюсь, эти ребята выживут. Первокурсница, ты еще совсем ребенок. Покажу тебе, что такое рейв. Ты так по-детски влюбишься. Ты уснешь со мной, но проснешься без меня. Разочаруешься. Лиза сегодня танцевала в клан. Падала и забывала, как с тобой. Маялась по парам кабакам. Чтобы с утра на пару спать. Поднимите ручки, кто в живых после этого остался. А кто не был у меня на концертах до этого? Жду вас всех в следующий раз, потому что на моих сольных концертах происходит так почти что на каждом треке. А теперь, ребята,
Я очень-очень рад находиться здесь сегодня. Я соскучился по выступлениям, честно. Сейчас поеду в Питер, буду писать там новые треки, потом в тур. После этого возвращаюсь в Москву и начинаю уже думать о стадионе, будем бронировать и все дела. И, конечно же, не было бы никакого стадиона, если бы не вы, мои любимые ребята, которые слушаете каждый мой трек.